I'm pour up a pump, pumping all on your stomach. Сегодня у нас будет анбоксинг Hero 3 Silver Edition. Сегодня 10 октября 2014 года, и я купил ее за 17 тысяч рублей и 1500 шекелей. Купил я ее в Израиле. Так, приступим. Открывается здесь. Очень все клево, на самом деле, сделано. Здесь очень крепко приклеено. Вот, это просто очень дизайнерская штучка. А дальше у нас идет вот она коробочка. Здесь открывается постановочка. Так, и... В общем, вот она сама камера. Идет в чехле. Чехол водонепроницаемый, очень крепкий. Также вот эти кнопочки, это управление в чехле. Так, теперь нужно открыть. И штативчик, да, идет. Теперь нужно это как-то открыть. Открывается это просто. Поднимается, то есть вот эта вот пластинка, она приклеена на штучке, в самой крышке. Так, вот мы отклеили. Как снимать здесь? Ну ладно, с этим позже. Посмотрим вначале, что у нас находится внутри. Вот у нас Hero 3. Вначале лежит длинная книжка со всякими функциями и описаниями. Следующее. У нас есть три наклейки GoPro Be a Hero. Это самое главное, просто вот ради чего я брал GoPro на самом деле. Вот, ну, камеру можете забирать. Дальше мы скидываем. Идет огромная книжечка. User Manual. Очень красивая на самом деле. Больше мне ничего клевого нету, так что она красивая. Еще, я думаю, это гарантия. Да, дискламбаешься. И теперь открывается, и внутри у нас всякие причиндалы. Что у нас есть внутри? Да, это, по-моему, это пристегивалка, если я понял. Надо будет разобраться, что это. Задняя крышка запасная. Или, возможно, правда, задняя запасная крышка. Вон она. Это липучки, то есть вот здесь ты сдираешь вот эту штучку, вы сдираете. И она липкая, это крепится на скейтборды, на серфы можно, ну, на велосипеды, на какие-нибудь части машины можно приклеить. То есть вот их две штучки идут, и еще одна непонятная херня. Ну, это не суть. Дальше идет батарея. Да, это идет батарея. PLD, LD. Дальше мы открываем, у нас идет штативчик, наверное, да. Это штативчик, куда крепить его, не в курсе. Я ничего дополнительно не брал. А, вот еще идет как основной, наверное, штативчик, как держалка. На ровную местность просто ставишь на пол. И зарядка, USB переходник. Ну, в принципе, вот и все. Коробка очень красиво сделана. Что мне нравится. Так. Да, положим обратно. Кот, уйди. Теперь, как доставать... Кстати, она до сих пор липкая. Саму камеру вот здесь написано. Сейчас мы попробуем. Вот, мы зажимаем на эти штучки, и она просто выдвигается. И вот она камера, да? Все очень жестко на самом деле. Так, теперь откроем сам чехол. Камера идет с батареей, то есть в наборе идет запасная батарея, я так понял сейчас. И вот она GoPro. Как два пальца она.
размером. Очень маленькая, красивая. Сильвер. Ну, вот так вот доставать. А, нет, аккумулятора в ней внутри нету. Это идет пробочку. Так, да? То есть одним аккумулятором. Очень красивая, маленькая. Давайте засунем аккумулятор. Чего я больше всего хочу? Включить эту маленькую штуковину. Так. Засовывается она очень просто. Так же, как и вытаскивается. Здесь есть вот эта вот штучка, за которой ты тянешь, очень легко вытаскивается. То есть не нужно будет мучиться. Так, ну вот. Теперь включить. Вот мы ее включаем. Он пишет у нас отсутствие карты памяти. Здесь есть два, три, четыре световых, не знаю как, четыре лампочки. Две вот эти можно отключить, они бесполезны в основном. И вот этот показывает заряд аккумулятора. Управление достаточно примитивное, но если разобраться, то можно привыкнуть. Это вы листаете, а это выбираете. Листаете, выбираете. Ну, все понятно. Пожалуй. Выключать это задержка. Он показывает, что она выключена. Теперь попробуем открыть. Так, сюда у нас вставляется флешка microSD. Надеюсь, это та. microSD. Также есть вход HDMI и USB порт. Закрывать эту штучку вот так вот. Все, теперь мы включим снова. И показывает время, если я правильно понимаю. 19:23. Да, это время. Количество заряда аккумулятора. Качество съемки. И все. В общем, фотоаппарат. И камера. Камера 960 на 60 сейчас стоит. Ну, что я могу сказать по поводу этой маленькой и очень хорошей камеры? На самом деле, я думал брать White, Hero 3 White, потому что это достаточно, ну, не сильно дорого она стоит. Примерно то же самое, только у 4-й Slow-Mo лучше, и фотографии гораздо лучше будут выходить, то есть пикселей в два раза, по-моему, больше. Но я добавил не слишком много денег, поэтому я не пожалел. Пультика я, к сожалению, еще не приобрел. Также я вскоре приобрету себе пультик Wi-Fi, чтобы можно было включать, устанавливать и продолжать съемку на дистанции. Я всем от души глубоко советую брать вот эту вот камеру. Это просто чудесный препарат, прибор для съемки экстрима, спорта. Ну и в принципе, мне кажется, я считаю, что это удобнее, чем обычная камера. Ну вот, ну вы смотрите, она маленькая. Вы можете сделать у себя, положить в карманчике, сделать дырку и вести шпионаж. В общем, всем спасибо за просмотр. Женский душ. Пока.